Ассаляму алейкум. Вот новый отель Ламар Аль-Бейт, Аджият район. Мы тут самые первые сюда заходим. Его еще не запустили. Вот здесь полотенчики привезли. Все только начинается, все только запускается. Тестируем с хадж-компанией Monastic Travel. Обряды хадж и умра. Баракаллаху фик. Рекомендую с этой компанией совершать хадж и умра. Планируем этот отель на Рамадан по программе стандарт. Сейчас пойдем протестируем комнаты. Тут по поводу холл, ресепшн. Будет Wi-Fi, ресторан. Вот тут у нас сколько лифтов? Раз, два, три лифта. А сколько этажей? Кам флор? 6 этажей, 3 лифта. На 500 человек рассчитано. Свежий отель. Мы, иншаллах, будем на Рамадан один из первых. Трешка вообще, конечно, крутая. Просторная. Машалла, тут еще окна. Мукин. Очень красиво, конечно. Я уже хочу сюда на Рамадан сам приехать. Вот бронируйте 415 номер. Санузел. Все нормально тут вообще. Рамадан, мы иншаллах будем здесь первыми.